Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру The Messenger. Так, нам нужно попасть с вами, но не сюда, это однозначно. Так, может быть... Так, нам нужно попасть в горящие скалы. Вот сюда, по идее. Ну что же, давайте. Должен быть туда, ребят, телепорт, как вы видели. Нужно его только найти. Ага, вот он, отлично. Ну что же, поехали. Как раз нам нужно... Ага, вот здесь открывается у нас проходик. И вон там стоит у нас Смусмуфрик. Ну что, побежали? Уй! Ай-яй-яй, я же забыл, ребят. Блин, пардончи. Ну, бывают такие накладки. Не на ту кнопочку нажал, ребят, надо РТ нажимать. Ладно, побежали. Ну, здорово, малыш. Дай угадаю, тебя зовут Пира. Да, это я. Как ты подобрался так близко к преисподней, если не выносишь огня? Какая ирония, да? По правде говоря, я не помню, но мне пора возвращаться на рабочее место. Спасибо, что спас меня. Да не за что. Ну а мы, ребят, с вами продолжаем наш путь. Хорошо, что я по лаве могу бегать так же, как по воде. Это очень замечательно. Не стоит забывать, что локация новая. Мы здесь с вами не были, поэтому нужно быть аккуратным. Так, ну здесь хорошо. Капельки. Опять нам нужно бежать по лаве. Как плюнуть, да? Отлично. Просто вот эти вот... Ага, смотри-ка. Тут нужно пробежать, ребята, очень быстро и... Не попасть, как говорится, на эти фаерболы. Так, здесь еще и сталактиты. Хрен вам всем. Так, что такое? Сохранение? Ага. Так, о, ребята, мы с вами где-то в новеньком месте. Ну, как вы видите. Ну что же, поехали. Ой, ёпарасоте. Слушайте, ребята, я не понимаю, я же держал кнопку. Почему он провалился? А, там же нельзя останавливаться, ёлки-палки, действительно. Все время это забываешь. Так, я, короче, сейчас, как понимаю, уже в самой преисподней. Потому что, судя по тому... О-оу. Да ладно. Так, давайте сохранимся. И куда же нам идти? Ну что, я думаю, наверное, нам надо вот сюда. Тихонько. Опс. Нифига тут, ребята, трюкачи. Вот тут главное не упасть, тихо. Так, ладно, сейчас, ребят, секунду. Погнали. Так, голем, иди отсюда. А здесь-то как нам надо быть? Вот боюсь... Да чтоб тебе, фу ты. Еще бы немножко, мы бы смогли бы упасть, ребят, с вами в лаву и... Это я шел сюда вот ради этих осколков? Ну ладно. Такой путь сделать, блин. Ну ладно, ребят, зато мы знаем, что здесь у нас просто осколки были, все. Можно смело, как говорится, возвращаться обратно. Так, сейчас, секунду, погнали. Опс, тихо, не погнали. Вот сейчас бежим. Пошел ты отсюда. Я просто все время боюсь, ребят, что какая-нибудь ерунда меня заденет. Я упаду в лаву и... А тут моментально, как говорится, смерть. Опа, 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 опачки. Нормуль. Ну что, здесь удачно у нас все получилось. А вот тут-то что? Смотрите, у нас уходит лава. Я так понимаю, нам нужно с вами спускаться вниз. Ну давай проверим. Ага. Так, я вижу, ребята... Она будет подниматься или нет? Будет! Она будет подниматься! Да давай ты быстрее! Выползай! Слушайте, ребята, меня сейчас только что осенило. Мы же с вами спасли Пиро. Нам, наверное, нужно сдать задание и получить новое. Поэтому давайте-ка мы это с вами сделаем. А то неизвестно, куда нам дальше-то путь держать. Согласитесь. А ну-ка-ся. Давай поговорим. Там, где жар плавит как камни, так и путников, волшебная нота ждет того, кому достает способности, чтобы пересечь само воплощение хаоса. Ага. Жгет камни так же, как и путников. Ты загадку, конечно, загадал еще ту. Ну что, помогай мне. Давай мне подсказку, пожалуйста.
Ну и где это место? Ага, ребята, в той же самой локации, где мы сейчас были, только нам нужно будет вниз идти. Ну что же, хоть на этом спасибо. Ладно. Вот сюда нам нужно перебраться. Ну что ж, давайте посмотрим, где у нас заканчивается эта все-таки лава. Ой, ага, блин, там же можно было все-таки бежать. Только бы не упасть, ребят, да? Ну что, отлично. Так, быстрее, пока лава нас не поглотила. Ну вот, час от часу не легче. Так, ребята, шипастый шар тут у нас на цепи. Ну это ерунда для нас. Опс. Такие я, ребята, миссии на обед прохожу, запивая это все потом чайком горячим. Так, ну что у нас тут? Ой, мышка, иди сюда. Так, ну что, побежали, ребят. Тут везде лава, надо быть предельно аккуратным, чтобы не упасть. Мы якобы в самой преисподней. Я чувствую, что скоро, наверное, будет конец игры. Нам еще нужно две ноты, да? Насколько я помню. Погоди-ка, тут, ага, понял. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихонько. Шипы все-таки, елки-палки. О, сейф. Отлично. Двигаемся дальше, ребята, двигаемся дальше. Мы вначале, наверное, с вами пройдем туда, куда нам нужно. А потом, если что, вернемся уже за камнями, за печатями силы. Да? Я думаю, что это будет справедливо. Так, здесь... Ой! Черт подери, ребят. Хорошо, что у меня было здоровья много, а так бы мы... Да ёпрасоте. Тут еще, смотри, жук этот плевун. Так, так. Надо все делать очень и очень, ребята, быстро. Да чтоб тебя, голем, отвали. А тут-то как? А, надо на ту сторону. Все, я понял, ребят. Или не на ту? Давай сюда лучше. В миллиметроне от шипов. Ага, секунду, ребята. Что же нам делать? Ага, мы должны прикрепиться вот к этой платформе, ребят, и двигаться туда. Понял. Сейчас мы это с вами замутим. Погнали. Так, перепрыгиваем. Это все собираем. Так, ну что, я туда вниз не пойду, ребята. Я пойду пока вот сюда вот наверх. Пройдем, посмотрим, что здесь у нас. А потом, если что, вернемся. Воу-воу-воу-воу, тронул на свою голову, да? Раздухарились сразу же, букашки. Так, сейф. Здесь у нас что? Какой-то прикол, да, я чувствую? Я думаю, вот эта платформа будет, ребята, ехать за мной. Нет? Странно. Давай быстрее, есть. Отлично. Так, ну что, ребят, давайте тогда... Мы уже почти в уцели. Осталось всего лишь спуститься вниз. Так, а как? Те ворота у нас открываются? Смотрите, ребята, видите, он там впереди. Внизу. Или нет? Можно, в принципе, сходить и проверить, да? Но я сомневаюсь почему-то, что они будут открываться. Ладно, как говорится, чтобы убедиться лишний раз в этом самому, ребят, я все-таки схожу. Ничего страшного здесь не будет. Потеряем минутку. Ну и что? Нет, они не открываются. Жаль. Просто мне надо туда, скорее всего. Там у нас, видите, печати силы. Хм. Ладно, фиг с ним. Потом найдем с вами туда вход. А пока пойдем в ту сторону, куда нам доступно. Так, здесь у нас... А что? Эй, тихо, тихо, букашка. Здесь нужно, ребята, нам, по ходу дела, пролам... Ага, понял я. Ну что, поехали? Так, фаерболы эти... Опс, тихо, тихо, главное не упасть. Вот здесь надо пробивать. Отлично. Так, смотрим, тихонько, тихонько, тихонько. Ну здесь что у нас, только плевун? Големы. Ёлки-палки. Букашка, ну это все ерунда, ребят. Тут для нас ничего не предстоит сложного. Тихо, вот тут главное не упасть. Крюк нам в помощь. Так, здесь, наверное, мы тихонечко с вами. Оп. Так, черепаха.
Отвали-ка ты отсюда. Голем этот еще с своими валунами. Во, здоровье пополнили, отлично. Ну что, спускаемся вниз. Здесь ничего опасного нету. По крайней мере, я не вижу. Внизу что у нас там? Гончие. Ну, с ними тоже будет сейчас разговор у нас короткий. Мы уже, ребят, внизу в самом. Куда нам, в принципе, и нужно. Ну, иди, иди сюда. Опс. Погнали. Так, если мы спустимся вниз, ну, здесь можно, в принципе, ребята, и присесть. Ничего страшного не случится, но мы так вот с вами пробежим. Так, а вот тут вот, понял, надо цепляться за кольцо и на ту сторону. У нас здесь сейф. Так, тихо ты, блин, попала, а? Ну что, перепрыгиваем тогда. Главное, опять же, не упасть. Ребят, неужели мы здесь должны... Точно. Отлично, успел. Что-то я не могу понять. Мне такое ощущение, что мы куда-то не туда двигаемся. Мы пробежали? Погоди-ка, как мы могли пробежать? Ладно, хорошо. Я все равно, ребята, сбегаю туда, на ту сторону. Посмотрю. Может быть, какая-то лазеечка там будет или еще что-то в этом роде. Тихо, тихо, тихо. Так, подожди. Как мне сюда-то перепрыгнуть? Ё-моё, может быть, так надо? Ну да, точно. Надо было вот сюда идти. Так, а дальше-то что, сюда? Ага. Мы с вами в данный момент поднимаемся наверх. Для чего, я пока не знаю, ребята. Нам, по идее, как бы надо вниз. Ну, просто хотя бы посмотреть, что здесь есть. Так, ладно, это... Это у нас все зашибись. Мышь, вали. Так, переходим на ту сторону. И опять прыжки. И опять у нас вечные прыжки, ребята, здесь. Голем, иди отсюда. Так, пыхтуны. Ладно, это мы с вами перепрыгнем. Там у нас тоже такая же, ребят, платформа и шипы, да? Но это пробежим. Что здесь? А здесь у нас сохранение. Ладно, предположим. Дальше-то что? Мне надо вон туда, ребят, попасть. Видите? Там камни. Замечательно. Так, и здесь... Ага, здесь у нас просто, ребята, осколки. Ну что ж, давайте получим их. Ну, считай, 1500, ребята. 1442 осколка у меня, этого мало. Нужно, чтобы выучить последнее, как говорится... Тихо ты! Последнюю способность нам нужно 2000, ребята, осколков. Да чтоб тебе, блин! Ай... Давай еще на шипы попадем, в конце концов. Тихо, 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 отлично. Так, здесь нужно что нам? Пробивать, я понял. Так, мне мало этого места для прыжка. Сейчас, секунду. Еще немножечко здесь пробьем. И полетим. Будем планировать. Так. Букашки эти. Слушайте, я сейчас так могу, и знаете что, и крякнуть. Нет, дайте я здоровье подниму. И пойду добью он того ханорика. Смотрите, внизу, ребята, опять же какая-то платформа, которая должна будет, видимо, отъехать. Но она сейчас не отъезжает. Оу-оу-оу, да ну нафиг. Так, это значит, нам надо как-то пропрыгивать по этим черепкам. Да. Ну что же, делать... Нечего, пойдем, ребята, будем пытаться. Слушайте, а внизу там нет никакой... Ну-ка посмотрим, ребят. Ага, вот у нас что есть внизу. Проходик. И он как раз, по-моему, идет к печати силы. Так, ладно, я понял. Сейчас мы туда быстренько с вами попадем. Главное не свариться нафиг. Ага.
Ну вот мы на месте. Так, нам нужно перепрыгнуть, потом что там? Тут, короче, все на одних прыжках завязано. И при этом еще в лаву не попасть. Зашибись. Так, ну я здесь навряд ли прыгну. Мне придется, скорее всего, от стенки, ребята, отпрыгнуть. Хотя, вот отсюда, да. И нужно вон, ребята, на ту, которая посередине. Ау, это будет очень проблематично сделать. Блин, не то, не то. Ау, отлично. Так, 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 тихо. Не надо меня сжечь, лавушка. Так, а здесь, смотрите, какая фигня получается. Нам нужно от этого столба или как-то парировать вон до крайней левой стенки. И лава при этом очень быстро поднимается. Надо успеть. Нет, все-таки надо будет, мне кажется, парировать здесь. Давайте вот отсюда. Вот так вот. О, отлично, отлично, отлично. Так, секунду. А вот и печать силы, ребята, у нас. Ладно, давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Вот, я хочу просто глянуть. Так, ну-ка, что там? Там что-то есть вроде бы, да? Ага, понял. Давайте приоткроем их и пойдем за печатью. Да ладно, блин! Вот это я, ребят, чуданул. Вот это я чуданул. Блин, надо было просто бежать за ней и все. Ладно, давайте быстренько ее заберем. Так, интересно, какая это у нас по счету? Можно, в принципе, это все дело посмотреть? Дальше-то нам куда? Можно туда сходить-то? Ну, я, наверное, буду, ребят, возвращаться. Там еще есть местечко, где нам можно побегать. Посмотрим. Так, ворота у нас открылись, все замечательно. Так, здесь тоже открывается. И мы двигаемся с вами вот в этом направлении. Так, здесь нужно все это дело перепрыгнуть. Тихо ты! Ай-яй-яй-яй. Очень было опасно. Так, и что же у нас тут? Ага, осколки. Опять осколки. Блин, 1500. Так, секунду. Тут везде шипы, надо быть аккуратным. Слушай, а что тут делать-то? Куда дальше-то идти? Что-то я немножко не понимаю. По-моему... Ой-ой-ой-ой. Ага, тут вообще, ребята, тупик получается. Ты представляешь? Тут просто тупик. Ну что же, я тогда предлагаю, наверное, вернуться к самому началу, где у нас начинаются печати силы, и будем их собирать. А другого выбора я не вижу. Так что, ребят, погнали тогда уж. Так, ну что, где-то здесь у нас должен быть проход наверх. Сейчас, секунду, ребята, мы дойдем до туда и посмотрим. Да, точно он есть. Видите, там два кирпича у нас стоит. Мы их сейчас сломаем и пойдем туда. Мы в тот раз с вами вниз пошли, а сейчас пойдем вот. Ага. Так, парировать надо. Ну что ж, поплыли, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно-аккуратно-аккуратно. Так, отлично. Подождем, подождем, подождем. Нормуль. Так. Ай! Черт подери. Блин, очень мало здоровья, ребята. Очень мало здоровья. Вообще мало. Вообще малехонько. Буквально плюнуть на меня, и все, и я готов. Ой-ой-ой, я чувствую, ребята, не потяну, не потяну. Ну, попытались, блин. Очень опасно. Ну, а что поделаешь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Е! Ну что, ребят, печать силы моя. Все-таки я до нее добрался, а, до этой гадюки. Так, ладно, поехали дальше. Мне бы здоровье как-то восполнить. Е! Так, вниз. Открывается. Так, ну что, ребята, нам нужно с вами найти оставшиеся печати. Так, здесь, естественно, мы будем с вами падать вниз. Так, аккуратненько здесь все это. Блин, да что ты будешь делать, а? Это обычно все из-за спешки происходит, потому что бежишь, сломя голову, как говорится, никуда не всматриваешься, и пофиг тебе на все. Ты чувствуешь себя царем, как говорится, всей игры. Но не тут-то было, тихо. Вот сейчас можно было опять упасть, ребят, вот честно вам скажу. Так, ладно, идем сюда. Так, сохраняемся. Слушай, а где у нас то место-то? Так, ага, вот здесь мы, ребят, можем с вами, в принципе, пробежаться по лаве. Можем сюда заглянуть. Тихо. Просто уже схватываем все на лету, да? Так, тихонько.
Слушайте, нам нужно попасть туда, где у нас платформа ездит. Там надо было кое-куда подняться. Так, тихо. Не надо тут выделываться. Выеживаются мне. Да, блин. Это хорошо, что... Так, здесь мы делаем старую процедуру. Цепляемся просто-напросто и все. Все по старой схеме. Слушайте, я вот так вот здоровье свое растранжирую. Просто на пустяки всякие. Вам не кажется? На шипы, которые можно просто элементарно там перепрыгнуть, где-то переждать. Все время в спешке, ребят. Постоянно. Быстрее. Так, ну что, вот здесь вот, блин, лишь бы не попасть на... Глупо было, конечно, сдохнуть. Так, тихонько, ребята. Только не еще разок. Блин. Так, йо-йо-йо-йо-йо-йо, тихо. Нам нужно, блин, нам нужно, ребята, не сюда. Нам нужно вниз. Ладно, хорошо. Сохранимся. Так, сейчас попробуем еще раз надурить. Так, букашка, отойди, ты меня нервируешь. Так, вниз, ребята. Ёлки-палки, что тут-то у нас происходит? Так. Ага, хорошо, вот она, ребятушки. Печать силы, очередная наша. Теперь, в принципе, как вариант, можно... Слушай, а наверх, если мы поднимемся, что у нас там? Я уже и не помню, ребят. Давайте глянем. Ага. Нет, нам туда не нужно. Давайте-ка вниз. Ага, у нас пол пробивается, да? Ладно, пробьем. Да чтоб тебя... Отлично. Ну давай еще разок-то. Все. Ага, еще одна, ребят, печать силы. Зашибись, тут придумали. Ну что, будем пробовать, а что деваться-то? Так, блин, вот тебе попробовали. Есть. Только бы не лажануться, вот что я думаю. Так, раз. Тихо, фаерболы эти. Наконец-то. Ну что же. Вроде бы с печатями мы с вами здесь разобрались. Так, теперь нам нужно... Ёпарасоте, а. А, в принципе, нам не обязательно же здесь идти. Мы можем вот здесь вот с вами выкрапаться. Ну, я так понимаю, у нас только один вариант остается. Потому что там везде тупики. Давай тогда вот сюда попробуем. Так, сохранение. Так, мышь, иди отсюда. Сейчас мы пойдем вниз. Вот сюда. Мы тогда с вами проигнорировали это место, да? Ну, только не теперь. Так, аккуратненько. Вот там внизу у нас должен быть, ребята, проходик. Вот он. Вот сюда мы тогда с вами не пошли. Шикарно. Опять прыжки. Кстати, не забываем, ребята, что вот там можно пройти по лаве. Вот тогда я сюда не побежал, дуралей. И заплутал, и начал там искать, бегать. Вот сюда надо было. Так, отлично. Главное не останавливаться, иначе... Тихо. Так, ну ладно, здесь я еще, наверное, успею. Нормуль. Так, тихонько, ребят, спешить не будем. Блин, внизу-то еще не легче. Смотри, что происходит. Ой, тут надо... Нужно хорошенько подготовиться. Короче, ребят, как только первое, надо бежать. Все. И не останавливаемся, ни в коем случае. Зашибись! Йо-хоу! Нет, лучше я вот так постою, ребят. Ну его нафиг. Отлично. Здесь лучше перелететь. Отлично. Потому что, ну его нафиг, ребят, любая фигня нас заденет на этой лаве. Мы упадем и все, и зажаримся сразу же. Мне что-то неохота этого. Опять потом сюда бежать, через 3-9 земель. А здесь бежать придется. Короче, смотрите. Они... Ага, они синхронно ездят. Ладно, погнали. Надеюсь, успеем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успели. Ух. Прям как ниндзя, елки-палки. Так. Сейф. Ничего так не радует, как сейф, ребята. Угу. Опять прыжки. Ну, я уже, ребят, к этим прыжкам... Уже, знаете, как к родным отношусь. Ну, тут можно было, в принципе, и по лаве пробежаться, ничего страшного, но... Тренировать прыжки надо всегда. Тихо. Так, здесь у нас, значит... Тихо, фаерболы, не надо, вот, пожалуйста, мне тут жизнь омрачать.
А здесь-то что сложного-то? Я не могу... А, они исчезают. Эти платформы у нас опадают. Так, тихо. Ой. Опасно. Очень опасно, ребята. Да ёпрсты, блин. Вот тут если упадем, все, ребята, хана. Сразу хана нам. Как видим, платформы-то... Да ёкаламане. Повезло нам. Или не повезло, 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 я сказал. Повезло нам. Есть. Нота. Фу, дайте-ка, ребят, я, наверное, сохранюсь на всякий случай. А теперь возьмем ноту. Вот замудрили-то они здесь, а? Жесть какая-то, преисподняя тоже моя. Так, сколько нам еще нот-то останется? Две или одна, я уже и не помню. Но главное, что мы ее нашли. Ты получаешь ключ хаоса. Эта нота — попытка удержать бесконечный хаос преисподней, и она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Ну, это я уже и понял. Так, ну что, ребят, пойдемте, наверное, отдавать эту ноту. И, я так понимаю, получать уже следующее задание. Сколько там? Ага, нужно будет еще две ноты, ребят. Касание исцеляющей длани природы вернет павшего гонца к жизни. Вот он замудрил-то, а, ребят. Ну что же, вставляем ноту. Ребят, чувствую, финал уже не за горами. И, как я понимаю, он следующее задание уже дал, да? Про какую-то там природу, длань и гонца. Воскресшего причем. Нам только остается узнать у нашего друга, чтобы он нам показал это местечко. Так, давай, родной, подсказочку. Так, ну-ка. Касание исцеляющей длани природы вернет павшего гонца к жизни. Вот такое вот задание. Да, я готов тебе отдать. Иглогрибная топь. Оу, елки-палки. Вот сюда нам нужно попадать, ребята. Давно мы там не были, да? Надо вспомнить, как говорится, освежить свою память. Как мы можем попасть? Ближайшие вот, свующего грота. Наверх, потом наверх, наверх. В общем, через воющий грот, ребята, мы с вами сейчас и отправимся в иглогрибную топь. Елки-палки. Где у нас... это местечко-то? Оно, не оно? По-моему, нет, ребят. Так, что это у нас? Ага, вот и воющий грот, все-таки это оно. Ну что же, отсюда, ребят, мы с вами и приступим. В общем, нужно нам дойти до топи. Ну, я думаю, что управимся за пару минут. Но я так понимаю, мы сейчас уже с вами летим именно... в топ или нет? Да, вот она, родная. Так, смотрите, ребята, у нас там есть печать силы. Я думаю, что нам нужно ее взять. Или мы будем с вами играть до первой сохранки, а? Не, давайте возьмем. Тихо! Да ёпрсты, что за... что за ересь? Так, грибочки, успокойтесь. Не нервируйте меня. Блин, всякое говно меня задевает. Ёпрсты. Так, куда нам идти-то? Нам надо сюда. Мне бы здоровье поправить. На самом-то деле, да? Ой, они простреливают. Так. Ну, мы можем прямо пройти. Вот и здоровье пополнили. Хорошо-то как, ребята. Хорошо, идем. Замечательно. Так, сюда, иди отсюда. Так, вот у нас, ребята... изменение времени. А нам нужно менять время? Я не знаю, честно говоря. Ладно, сделаем, попробуем. Да ёпрсты. Фиг с ним. Посмотрим, если нужно будет, ребята, менять время, мы вернемся сюда. Если не нужно будет, будет хорошо. Так, цветочки, пошли отсюда. Так, сейф. Сейф, это хорошо. Так, и вот смотрите, ребята, здесь наверх нету. Нету никакой лазеечки. Да чтоб тебе, или есть?
Подожди-ка, вот это что такое у нас тут, ребят? Здесь ничего нету. Да чтоб тебя, гриб поганый. Слушайте, нету здесь ничего. А печать наверху. Еще одна печать там будет, дальше. Так. Ладно. А, смотри. Чисто случайно, ребят, я даже не видел. Блин, я даже не видел, что тут. Так, а как же нам? Во. О-оу. Так, аккуратно, 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 Рэй, аккуратно. Не спеши, блин. Так. Нам фартануло, ребята. Мы нашли печать силы. Я чисто случайно, ребят, там зацепился. Ее так не видно было там наверху. Эту перегородочку. Так, куда нам дальше-то? Дальше только прямо. Ну что, я думаю, что до первой сохранки, ребята, да? И уже, наверное, с вами продолжим в следующей серии проходить. Так. Так. Да отвалите вы все. Так, цветочек, ты нам здесь не нужен. Ворона. Вороны, букашки, кого тут только нет. Причем, ребята, мы с вами играем как бы в будущем, да? Вот у нас сейчас ниндзя, он из будущего. Почему планету наводнили какие-то уроды, грибы и так далее и тому подобное, когда здесь должен быть хаос? Так, тихо, что тут такое? Ага, понял. Платформы всякие, прессы. Блин, а где там у нас сохранялка? Вроде бы недалеко должна быть. Что за ерунда-то? Погнали. Пыхтун, иди отсюда. Так, минус. Так, а тут-то что? Ага. Погоди-ка, а как я должен перепрыгнуть? Ворона, что ли, должна мне помочь в этом деле? Ворона. Ворона, а ты будешь прыгать? Угу, помогла. Твою маковку, а. Час от часу не легче, а. Придумали тут, смотри. Ну я, ладно, я перелечу эту всю ерунду. Так, где сохранение? Мне нужно сохранение, ребят. Надо маленько отдохнуть. Так, осталось немножко. Осталось совсем чуть-чуть. Минус цветочек, минус грибочек. Грибочек, цветочек. Кого только нету здесь, да? Ага. Притулился, ты смотри. Оп, тихо. Да блин. А почему я не могу? Странно, я не мог запрыгнуть. Так, тут надо быть аккуратненько. Иначе можем улететь. Просто без компромиссов. Ребят, даже не спрашивай, кто ты и что ты. Уничтожаем всех, вот, сейф. А ну-ка глянем. Слушайте, ребята, давайте, наверное, мы с вами заберем печать силы и уже будем на этом закругляться, раз уж она здесь недалеко от нас. Ага, вот она. Слушайте, здесь нужно... Блин, нам нужно бегать здесь, ребята, все это дело. Так, ну что, погнали вниз. Тут по песочку надо будет бежать. И главное, чтобы не провалиться и чтобы тебя еще и не убили. Вот эти всякие шипастые круги. Ну что, давайте пробовать вспоминать свое мастерство ниндзюцу. Е, как батька. Так, а вот здесь уже будет посложнее, ребят. А нет, блин, все равно задело. Но тем не менее, это все-таки легко было. О-о-о-о-о-о-о. Шипы, ой, шипы. Пресс. Так, тихо, 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 тихо. Да, вот она, ребята. Вот она, печать силы. Ну что ж, дорогие мои друзья, я иду на точку сохранения. Ну а мы с вами обязательно увидимся в следующей серии и продолжим проходить эту замечательную игру. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребята.